По тем вопросам, которые вы поставили. Значит, Андрей Иванович вам рассказал сегодня ситуацию в Москве. Я считаю, что мы сегодня недостойно встречаем исполняющий обязанности мэра столицы, который нашел в сложнейшем графике возможность приехать сюда и дать нам разъяснение по тем вопросам, которые есть. Значит, я прошу, представляю слово Александру Ильичу Кузьмину, который... Мы сегодня собрали вас по поводу другого. Значит, я все знаю, не надо мне ничего передавать. Не надо, вы присядьте, пожалуйста. Присядьте, мы сегодня не решаем здесь политических вопросов. Присядьте, пожалуйста. Я прошу присесть. Да. Присядьте, пожалуйста. Присядьте, мы сегодня собрались с другими задачами. Какими задачами? Присядьте, пожалуйста, я еще раз вас прошу. Это вы присядьте, а мы будем говорить, вы к жителям пришли, отвечайте на ваши вопросы. Да, а мы сейчас ответим на ваши вопросы.